Ой, друзья, в общем, была такая ситуация в Екатеринбурге, когда я был в туре, на одном из концертов. Короче, ко мне подошел один чувак с иракезом. Не знаю, панк он или не панк, или все-таки быдло. Я надеюсь, то, что он панк и просто перепил, или может просто предвзят ко мне. В общем, он сразу подошел ко мне и сказал: пойдем, выйдем один на один. Сейчас будет видео на минут 5, как это все было. Причем это видео снималось потом уже, когда мы уже с ним пообщались. Потом я попросил одного парня снять нас. И то, что уже попало на камеру, то попало. В конце, после вот этого отрезка, я расскажу то, что было. И то, что вот в этом кадре, где 5 минут, о чем мы вообще говорили. Потому что, ну, снималось на телефон и снималось на концерте, там были люди, шумели. В общем, смотрим. Бля, братан, давай, заступись за наш чувак. Снизу до... Там видео начинается. Разъемал, Эш хочет его ебал на вид. Ебать ты поешь. Леха слился. Я человек, который подъезжает людей. Ты не продвигаешь идеи, не заводишь мужиков, ты пиздишь идеи. Сказал, что там не мой текст. Сними у меня просто телефон, говно собачье.
Причем тут ссылка, блядь? Причем тут ссылка, блядь? Окей. Не фотограф, люди заливают чужие ролики на свой канал. Тоже пиздят. Тоже пиздят. Все пиздят, да? А ты мне предъявляешь только мне. Почему ты предъявляешь не всем больше? Потому что вот передо мной сейчас, я пришел в своем городе, по своей передо мной пиздобол. Моя логичная реакция, я хочу его нахуй. Нет, нормально. Я знал, что так оно и будет, балибас. Понимаешь, это свободная площадка. Здесь можешь тусоваться любой. Сейчас подборка. Ты что? Тусоваться? А я... Стоп, я китайец. Я что, не знал, что это разговор будет? А? Знал? Все знали, что пизда придет, блядь, ты пизда забыл. Ёбнутый, ёбнутый. Раз, раз. Главное, что наш ёбнутый. А ты чё, Никита Сухарева? А, ты не с этим слышишь? Друзья, добрый вечер. Вот с ними пообщаться, да? Погоди, они тебе всё-таки обсуждали, типа, проезд или чё? Я просто потом по приезду, короче, прочитала это дело. Я с ними пообщаюсь. Потом вот ты и посмотришь. На сцене вокально-инструментальный ансамбль «Карбланш» из города Королёв в Подмосковье. Все, выключай. Еще раз напомню, он подошел сразу ко мне, не начал что-то выяснять, а сразу мне сказал, пойдем выйдем один на один. Я ему сказал, я не выйду с тобой один на один, это быдло тема. Я ему сколько раз пытался объяснить то, что это быдло тема, то, что если у него есть какие-то претензии ко мне, пожалуйста, пусть он их выскажет словесно. И вот так вот решаются конфликты. А быдло тема, это когда пытаешься объяснить человеку кулаками. Это... Кулаки тут ничего не решают. Вы знаете, да, если я хотел бы даже там хайпануть, я бы обязательно вышел подраться. И мне кажется, даже больше просмотров бы я набрал бы, если бы сам получил пизды от этого паренька, нежели чем сам дал ему пизды. Так что я ему еще раз сказал то, что я не выйду с тобой один на один, я буду обороняться, если ты будешь лезть на меня. И... В случае чего залью его газовым баллончиком. Вот и все, как бы. Драться не собираюсь, калечить там себя или его. И еще я объяснил то, что это тупая тема, когда ребята из одной культуры пытаются вот так вот выяснять отношения, дерутся. Это вообще тупая тема, на мой взгляд. Нужно решать проблему словами, а не кулаками. Также были с его стороны претензии, то, что я спиздил журнал ЗУА, причем я зачитал текст, пост даже, не журнал даже, а пост один. Причем я тогда не знал, я уже сколько раз это объяснял, видимо, чувак как-то, блядь, слушал, или, еще раз скажу, просто предвзят ко мне. Я не знал, чей это текст. Не знал. Я прям даже показал в одном из роликов, откуда я взял этот текст. Также он оскорблял, какие-то неприятные слова говорил, как бы я на это не обращал внимания, потому что я уже как бы для себя осознал то, что это быдло человек, и с ним выходить драться, это бессмысленно. Он чисто провоцирует как-то, и я просто не ввелся. Хотя он, если честно, он слегка вывел меня. Я вообще не люблю себя в таком состоянии. И я не могу четко давать какие-то понятия, определения, не знаю, как-то четко выстраивать свою позицию, так скажем. Поэтому я как-то не очень конструктивно выдавал слова, то есть информацию, которую хотел бы донести до него. Ну, сейчас, конечно, я могу это сделать, но, как говорится, после драки кулаками не машут. Также у него была такая быдлая тема, типа, пошли, ты чё, не панк, типа, не стрит-панк, вот. Ты чё, не стрит-панк, это знаете, как выглядит? Это как выглядит, когда подходит тебе быдлан и говорит, пойдем выйдем один на один, ты чё, не мужик, что ли? Вот то же самое, просто контекст другой. Дальше говорил, ну ты боец, типа, не хочешь выходить. А я, бля, я никогда не называл себя бойцом. Вот тут вот у меня есть знак против бомб, то есть против войны. И вот здесь вот значок против войны. Я против как бы насилия.
против всего вот этого. И он предъявляет мне то, что я не боец. Ну, смешно, смешно, конечно. Чувак просто не разобрался, не знаю, либо слишком предвзят ко мне и решил просто подраться. И вот он нашел меня, как бы, герой, молодец, ладно. Еще было такое, то, что он мне говорил, либо ты уходишь из концерта, либо выходим один на один. Типа, я должен уйти с концерта, потому что это его площадка в его городе, а я, типа, такой приезжий, и, блядь, понимаете, да? А я ему говорю, типа, это свободная площадка, здесь может тусоваться любой, он сразу начал переводить темы на банов, я ему говорю, окей, я бон, что ли? Ну, и понимаете, да, вот это вот, моя площадка, мой город, ну, понимаете, да, на кого больше похоже? Типа, эй, ты приезжий. Ну, короче, смешно, смешно слышать от такого человека такие претензии. Не знаю, на мой взгляд, он просто предвзят ко мне и искал какой-то повод доебаться. Я надеюсь, он просто сейчас увидит этот ролик, осознает свои ошибки. Если вот ты вот серьезно, как бы у тебя есть какие-то претензии, пиши мне в личку ВКонтакте, я тебе отвечу. Словесно, конечно же, без кулаков. Если у тебя нет претензий, не знаю, либо ты как-то осознал свои ошибки, может быть, либо не хочешь, вот, чтобы это видео было в интернете, там, в сети, там, у тебя проблемы, или... то напиши тоже мне, я без проблем удалю этот ролик. Как бы я еще раз скажу, для чего я вообще снимаю этот ролик, и тогда... Когда он ко мне подошел, я ему сказал, быдло тема, я сказал, ты не прав. И попросил друга снять ролик, и сказал я ему, вот сейчас он нас будет снимать, и ты увидишь, какую хуйню ты несешь, и ребята посмотрят. Так что, если тебе вот реально как-то неприятно, и ты осознал ошибки, пиши, я обязательно удалю этот ролик, если тебя вообще ничего не напрягает. Ты остаешься на тех же позициях, я, конечно же, оставлю этот ролик. Пусть все ребята видят, какой ты человек, ну и какой я, в общем, каких-то конфликтных ситуациях, как я себя веду. Я еще раз скажу то, что я не собираюсь ни с кем выходить драться. Это быдло тема. При таких ситуациях я буду заливать людей газовым баллончиком, либо убегать, либо в крайнем случае я, конечно же, буду обороняться. Потому что насилие – это не выход. Насилие это, наоборот, на мой взгляд, создает какие-то проблемы. Даже если ты победил, ты можешь как-то травмировать человека, после чего этот быдлан может заявить на тебя в суд, и у вас будут такие долгие судебные разбирательства, даже если ты выиграешь. Вот нахуй это надо вообще, я не понимаю. Вот. Короче, кому интересно, что было дальше, ведь он обещал что? Да, после концерта он дождется меня и даст мне пизды, короче. Поэтому, кому интересно, что было дальше, а дальше было что-то, ребятки, завтра выйдет ролик обязательно. Подписываемся на канал. Пишем в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу, как бы... Нужно было мне выходить один на один, не нужно было вообще. Кто тут прав, на ваш взгляд? Пишите в комментариях, ну, ставьте лайки и дизлайки. С вами был Дикобраз.